к нашей индивидуальности. Давайте предложите мне, пожалуйста, вот, во-первых, первый вопрос, который хотелось бы спросить у вас. Какое настроение, какой, скажем так, каким стилем вот проникнута индивидуальность этой девушки, по вашим ощущениям? Можно даже словом «настроение» ограничиться, потому что, наверное, это проще будет описать. И рядом напишите, какой номер вот, сумки вы бы предложили. Ну, будем нумеровать первый и второй в первом верхнем ряду, потом третий у нас посередине, и четвертое, пятое у нас нижний ряд. Тюльпанчик. Так, давайте мы дадим возможность всем высказать версии, а потом обсудим, на чем можно основывать вот этот выбор, чтобы он был гармоничен относительно нашей индивидуальности. Первый. Угу. Если у вас есть комментарии по образу «все кроме второго», так, уже интересно. А минус один – это просто минус? Или это, в смысле, только не первый? Так, пятый, угу, романтический. Так, спасибо за комментарий по поводу стиля, вот внутреннего состояния девушки, тоже интересно. Так, все подойдут, если обувь подобрать. Ну вот уже пошли профессиональные хитрые ответы. Давайте сейчас вот без обуви будем брать самый, вот как сказать, наглядный вариант. Как вы думаете, нашу девушку можно отнести больше к вот к легкому романтическому типажу, или к деловому серьезному, или такому спортивному, подтянутому? Какая у вас первая ассоциация возникает? Посмотрите на взгляд, посмотрите на настроение, посмотрите на аксессуары, если это поможет вам. Потому что давайте начнем именно с того, что касается романтически. Так, то есть то настроение, которое внутренне несет этот человек, вот в данном конкретном состоянии мы говорим вот здесь сейчас. Изысканно сексуально, да. Ну, не знаю, может быть, сексуальных сумочек у нас тут не так много, но романтичные можно встретить. Натуральность, да, тоже натуральность, соглашусь с вами. Значит, ну, что я могу здесь сказать? Конечно, мне понравился очень ответ Юлии по поводу того, что при правильной... Если, конечно, если мы сейчас ее возьмем, причешем по-другому, поменяем ей настроение, мы, в принципе, можем практически любую сумку в этом комплекте дополнить. Но если мы сейчас не будем ничего менять, если мы оставим вот ее в таком состоянии, в таком настроении, с такой же прической, то, конечно же, и сумка в идеале может поддерживать, она может подчеркивать по контрасту это состояние, но я бы здесь контраст не использовала. Это мое вот такое предложение, выбрать сумочку, допустим, номер 3 или номер 5. Это вот самые, ну скажем, естественно, сумочки, естественно, продолжающие ее состояние. Если поработать, переодеть и что-то дополнить другое, я думаю, что как настоящая модель женщина способна к перевоплощению. Конечно же, тогда изменится и макияж, тогда изменятся аксессуары, тогда изменится прическа. И мы можем ее даже не узнать в совершенно новом образе. Вот такие вот комментарии, поэтому присмотритесь к себе, посмотрите в зеркало, посмотрите свои фотографии, прочувствуйте себя, может быть, это будет много различных настроений, где в каждой ситуации вы проявляете, может быть, вы прочувствуете себя в данный период как бы в одном каком-то ключе, это ваше право меняться так часто, как вот как вы себе можете позволить финансово и эмоционально. Итак, давайте теперь еще ближе к нам, к нашей модели приблизимся. Это уже другая совершенно девушка. И посмотрим на пример тех,